Прошу ответить вас, Илькер, согласны ли вы взять в жены Евгению и быть с ней в горе и в радости, богатстве и бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас? Evet, ediyorum. Евгения, согласны ли вы стать женой Илькера, быть с ним в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас? Evet, да, согласна.